Всем привет, ребятушки, с вами, как всегда, Амиго. Огромное вам спасибо за 330 подписчиков. Ну а сегодня у нас будет очень интересное видео, потому что я в таком формате записываю первый раз. Сегодня у нас будет реакция на клип Эва Неона «Diss на Panda FX», хэштег «Паразит». В общем, рассказываю то, что знаю. Маленькая предыстория. Panda FX несколько дней назад выпустил видео в своей рубрике «Панда против», где он конфликтует со всеми фиферами. И в новом ролике, в последнем его, с кем он конфликтует, стал Эва Неон, всеми известный фифер, который очень быстро поднялся из глубины благодаря совместке с Финитом. Но это уже другая история. А эта история гласит то, что Panda FX высказал свои претензии Эва Неону, а Эва Неон за сутки, где-то, может, да, дня за полтора, наверное, быстренько сделал клип «Diss на Panda FX». Это реально очень быстро. Я его уже пересмотрел, он шикарен. То есть сделать такое за два дня — это достойно уважения. Но все-таки я нахожусь сейчас на позиции Эва Неона, но знаете, после того, что Панда рассказал, у меня, конечно, в моих глазах Эва Неон упал. Но вот по видео сейчас и посмотрим, так это или нет. Но поскольку я уже немного знаю из многих видосов фифер, то я тоже имею право высказать свое мнение. Ну-ка, Максимка, колись. Пума, да? Герман, Миллер, Руха, Эва дрется. Если конфликты уйдут от Панда, то Панда к ним вернется. Вот, кстати, сейчас и был этот тот намек на то, что с кем уже конфликтовал Панда FX, на кого он записал Панда против. Предъявил за кейсы, ебать ты новатор, я... Эва Неон никогда не матерился, но здесь он поломал все стереотипы. И кейсы, о каких идет речь, это сайты Runbox, где вы выбиваете всякие крутые игрушки, и SkyCard. Ну, не игрушки, а эти, гаджеты всякие там, технику, короче, всякую. И SkyCard, где вы там яйца трете-трете, если вы найдете три... Не буду рассказывать, это полное дерьмо, и... Там просто Эва очень часто записывает эту рекламу, почти постоянно. И вот поэтому и Панда высказался. Я виноват в своих грехах, ты же ищешь виноватых. 5 лет сидел на жопе ровно. Что мне делать, Сережа? Все вокруг стараются, кретины. Сережа, это, я вам напоминаю, Сергей Никифоров, он же Кефир. Андрея это точно гложет. И он давит свою злость в желчи, алкоголе, никотине. Вот здесь Макс попал в точку. Здесь вообще никто не отрицает факт, что Пандос и пьет, и курит. Это никто вообще не отрицает. Он даже сам это говорил, он не стесняется говорить это. Только хейта вылил, хайпа ноль. Тебя Лиска бесит? Бро, это ты низко пал, а она низко флексит. А вот теперь при чем есть Лиска? Объясните мне, пожалуйста. Я не понял этого сейчас немножко. Открываешь свой доход, донаты школьников надо, ман. Открою секрет, Панда не алкоголик, Панда нар. А с чего ты это взял, прости меня, Максимка? Я же говорю, Панда не стесняется говорить, и если бы это было бы так, он бы сказал бы это. Я падки на бабки, пускай словно чейнинг тату, но ты за баксы для экспета набьешь на члене тату. Да, про тату, конечно, весело. Ну, все фифер практически рекламируют один эксперт. Панда поплыл уже, захочет перемирие. Ира должна знать, как ты ебал про стримершу на Игромире. А вот сейчас интересненько. Эва просто видел Андрюху с какой-то стримершей на Игромире. Просто рядом. Но почему он сделал такой вывод? Это остается загадкой для всех. Ты так хвалился этим,
теперь тебя пуля паразит. Ты балабол и лицемер. Зовите дети, зовите панду, паразит. Паразит, панда, ты паразит. Паразит, хочет фуры лайков. Паразит, панда, ты паразит. Ты не Лавин, бич, скорее Малахов. Паразит, панда, ты паразит. Паразит, хочет фуры лайков. Паразит, панда, ты паразит. Ты не Лавин, бич, скорее Малахов. Это не дис, а рука помощи тонущим. С рекламой запиши реакцию. Лучше не выходить из дома же. За 9 лет прогресса ноль. Сращи. Где Эва Неон? Откуда, извините, тогда хорошо перефразировать, откуда он взял 9 лет? Если Пандос года сколько там? Вот как он вначале, Макс сказал, 5 лет на жопе ровно. Ну вот, 5 лет, причем есть 9 лет. Где он их насчитал? Не знаю. И нытье про кипера, знаю все наперед, словно иду на выборы. Герман талантлив, Миллер пашет, Сони в Вегасе. Дроты взорвали рынок, ты ленивый, вот ты и бесишься. Гутя на сборах ЦСКА, я тут пару зим, но сделал больше, ты же тунеядец, хэштег паразит. Хочет фуры лайков. Паразит, панда, ты паразит. Ты не Ларин, бич, скорее Малахов. Паразит, панда, ты паразит. Паразит, хочет фуры лайков. Паразит, панда, ты паразит. Ты не Ларин, бич, скорее Малахов. Паразит, панда, ты паразит. Паразит, хочет фуры лайков. Ну и так, короче, до конца видео. Знаете, что я могу сказать по этому поводу? Значит, видео само, да, набрало 51 тысячу лайков и 48 тысяч дизлайков. Это раз. Во-вторых, объясняю ситуацию. Значит, клип, сделанный, вот такой клип за 2 дня сделать, это шикарно. Это реально классно. Вот клип сам классный. Но те аргументы, которые Макс привел, они не особо убедительны. Про Лиску эту, при чем здесь это, вообще не понимаю. Да и про остальное тоже. Ну, в общем так, я пока остаюсь за Эва. Я пока в него, я в него верю, конечно, но он очень сильно упал в моих глазах. Но все равно это не помешает мне наслаждаться его видеороликами. Хотя, конечно, теперь я знаю всю правду. И также Макс говорил, там якобы Пандос показывал всякие там переписки разные, фейковые абсолютно. Ну, посмотрим. Также Панда привел пример, что Эва кидает тех, с кем хотел записывать совместки. У него попросили совместки, он говорит, ну давай, пожалуйста, а в итоге их кидает постоянно. Это там не чай, это руха, там приводить можно еще долго. Ну ладно, друзья. В общем, ситуацию вы поняли, на чьей стороне решать вам. Пишите в комментариях либо хэштег паразит, если вы за его, либо панда прав. Давайте кучу лайков, если вы хотите, чтобы я продолжил снимать видео в подобном формате, потому что это было видео чисто экспериментальное. Но если вы поддержите это видео кучей лайков, то тогда, может быть, я буду записывать на каждый такой клип реакцию. Ну а на этом все. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые реакции, да и вообще просто новые видео на моем канале. С вами был Миго. Всем до скорой встречи. Ах да, всех с праздничком. Всем пока.